Региональный фестиваль «В кругу друзей» собрал в Брагине десятки участников. Среди них – подопечное отделение для пожилых людей Центра территориального обслуживания населения Мозырского района. Активные мозыряне самого интересного возраста к выступлению готовились тщательно, продумывали программу и музыкальное оформление, написали сценарий, подобрали народные костюмы, долго репетировали. Главный акцент – на национальный колорит и фольклорную самобытность. Дякуючи тому, что мы шануем спадщину, что мы бережем наши корони, наш родовод, наше життё становится шматгранным, шматбаковым. Нам цікаво жить. Мы это все сами навод вывучаем, а затем передаем то, что наши батьки, наши деды, прадеды это все мели в своем житті, шановали, а мы передаем, и от этого становимся... Как бы вам сказать, чистыми. Главная цель фольклорного фестиваля среди людей пожилого возраста – сохранение и развитие духовного наследия. И стоит сказать, артисты-любители с этой задачей справляются на отлично. До победного первого места мозырянам не хватило всего одного шага. Но привезя домой дружественное серебро, они вновь приступили к репетициям, чтобы на следующем музыкальном форуме вновь показать себя во всей красе. Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».